Привет вас, дорогие друзья, с вами Сеорима. Сегодня у нас очередное видео игры под названием Endless Space. Игра все еще находится в разработке, и мы с вами, помните, как-то делали первый взгляд, правда, одну расу всего лишь посмотрели. Давайте в этой серии посмотрим еще одну необычную расу. Это у нас называется Сафонс. Игра, к сожалению, пока еще не русифицирована, вернее. И хотя давайте проверим, может быть, уже сделали что-то. Вроде бы обещали недавно разработчики. Так, это у нас фантастический уровень, графические настройки у нас стоят. Эксперт. Искусственный интеллект по умолчанию. Подождите, здесь... А, нет, это что-то другое. Так, ладно, нет, здесь у нас русского языка еще пока не завезли. Игра Endless Space, вторая часть. Я как-то уже говорил вам, что я в свое время очень много часов наиграл в первой части. И сам в соло, и с друзьями мы играли в сетевую игру. Игра эта у нас пошаговая, то есть это не как Stellaris, где там тоже все прекрасно. Но здесь тоже есть своя как-то, какая-то, ребята, атмосфера. Мы с вами в прошлой серии перечисляли все практически, да, расы. Пока... Это еще не весь список, то есть, будет еще выбор, то, что мы сможем сделать свою собственную расу со своими собственными там всякими атрибутами. Сафонс. Что ж, давайте посмотрим. Сафонсов именно, да? Как раз ролик посмотрим и посмотрим, какие у них там начальные позиции. Rimas Game, ну, давайте все оставим как есть. В принципе, здесь ничего не менять мы не будем. Размер галактики большой нету, медиум только small и маленькая, самая маленькая, да? Возраст галактики normal, old или random. Давайте нормальную, да? Старую галактику делать мы, делать мы с вами не будем. Ну что ж, поехали. Желаю хорошего просмотра. Про лайкосов, ребята, не забывайте. Посмотрим, что это за такая раса интересная. Ну, по всей видимости, они такие продвинутые, по-свойски. And accidentally blow up their moon. Their great power has given them great irresponsibility. But through it, now, they're the first to create perfection. Me. Короче, чувак какой-то диктатор. Меня, говорит, будете создавать. Хорошо, погнали. Так, система FAT называется. Добрый день, спасибо, спасибо большое. English у нас пока что стоит, ну ничего страшного, мы с вами и так разберемся. Ну что ж, первое, что мы можем, в принципе, построить, это что-то такое, знаете, ну, давайте мы можем дроновые коммуникации построить. Они увеличат, в принципе, нашу производительность. Ну и, конечно же, пищу тоже, да. Стоимость 160 производительности. Ресурсы какие-то, вот как-то, как они правильно называются. Ну ладно, давайте за 5 ходов построим. Также мы можем воспользоваться своими дронами. Где наши дроны находятся? Вот они, кстати. Так, будем с вами открывать все эти системы. Почему-то у нас только 2 дрона доступно, да? Хорошо. Музон, конечно, тут тоже нереально красивый. Вот я сколько раз удивляюсь, но... По масштабам, конечно же, Endless Space 2, она уступает немного той же игре Stellaris. Хотя это тоже разные игры, разные жанры. Stellaris — это игра в реальном времени, а здесь уже пошаговая стратегия. Ну что ж, давайте тогда инкубатор отправим куда-нибудь искать новую планету. А этого у нас... Это кто у нас такой? Это у нас будет такой разведчик, да? Авторазведку тогда ему включим, а инкубатор пока что пусть стоит на месте. Сдадим ход. А, мы с вами технологию не изучили. Спасибо. То есть не начали изучать, да?
Хорошо, здесь у нас такая, знаете, вот мне, если честно, вот это древо да, данной технологии немного не понравилось, потому что здесь как-то все ограничено. Я надеюсь, что это пока что, типа как ранний доступ, все дела, и рано или поздно они все-таки добавят что-то еще интересное. Но вот как-то непонятно здесь. Вот здесь у нас колонизация разных планет, да? Так, это у нас тундра, тип планеты. Здесь что у нас получается? Атолл. Как эта планета тоже. Давайте тундру изучим через пару ходов. Я думаю, мы с вами сможем открыть, найти, вернее, планету, которую можно, в принципе, заселить. И эта планета будет тундра, скорее всего. Их очень много, обычно поблизости. Так. Альтаир. Вы посмотрите, система Альтаир. Опять она встречается. Кто играет в Elite Dangerous, тот поймет, о чем я говорю. А в той системе я как-то в свое время очень долгое время стримил и перехватывал, грабил разных торгашей, реальных игроков. И как-то система Альтаир ассоциируется со многими вещами у меня в памяти. И у меня много чего осталось там. И воспоминания, и мои обломки там, куски моих кораблей и куски кораблей торгашей, короче. Там и меня убивали, я там пытался что-то тоже делать. Так, ну что ж, Альтаир, разные планеты. Пока я разговаривал, я пропустил половину видео. При каждой новой системе, когда вы находите новую систему, у вас вот такое видео проходит. Конечно, это видео можно, в принципе, потом скипить, если вы не хотите это дело видеть. Так, ну что ж. Нам надо было просто нажать такую волшебную кнопочку. Альдебаран. Интересное название планеты. Тра, это у нас тропическая, я думал, это у нас тундра. Это у нас большой газовый гигант. И... Альдебаран, пятая планета. Маленькая планета, да? Альдебаран. Интересное название, да? Реально интересное. Обалденное просто название. Я, наверное, ее захочу и сделаю своей столицей. Потому что это название подходит вообще полностью. Альдебаран. А где ты живешь? Я в Альдебаране живу. Что так красиво-то звучит прям. Так, ну что ж, хорошо. Что там у нас со строительством? Планировщик корабля я вам, в принципе, показывал в свое время. Единственное, детектор. Детектор, он у нас безоружный, да, или нет? Подождите, у него 10... А, у него всего лишь 9 атаки. 10 перемещений и 6 защиты. Да. 490 из 490. 20 из 20. Это экипаж, да, получается? Почему я не могу посмотреть планеты, которых я бы мог, в принципе, колонизировать? Вот это вот точно. Это маленькая океаническая планета. Вот эту планету я точно смогу, наверное, колонизировать. Давайте тогда все-таки отправим сюда. Альдебаран пока что подождет немного. И еще раз завершим ход. По мере прохождения вам игра будет предлагать разные, как говорится, она будет вам предлагать всякие там непонятные квесты. Я, если честно, в них еще не углублялся, но я жду русский язык, если честно. Потому что я привык играть, блин, в играх, где есть русский язык. Хотя, в принципе, мой английский не такой уж прям плохой. Я, можно сказать, могу понять, да, там, что тут происходит. Так, ну что ж. У нас нет нужной технологии. Нано... Динамикс называется эта технология. Где тут у нас технология? Посмотрим, что мы тут с вами изучаем. Мы с вами изучаем тундру. Подождите, мы с вами закончили изучение тундру, да? Ну ладно, давайте еще вот эту вот технологию. Нанодинамические какие-то там штучки. Вот эти как раз и нужно изучить. А почему меня не вывело предупреждение? Кстати, мы можем назначить сюда губернатора. Если мы, конечно, захотим это сделать. Губернатора. Ай, душу мотать, что это такое-то? Ага. Вот он, собственно говоря, про тот самый квест, который я вам и недавно рассказывал. Хорошо, давайте примем. Hardcore Hulls. Это название, это награда такая, да?
Хорошо, разберемся. Сюда мы можем назначить свое... Собственно, это у нас пока что первый герой, губернатор. Без ассистента. Давайте, да, пусть он пока что столичную, как говорится, развивает нашу колонию. И мы с вами будем ждать... Где тут? Что тут произошло? А, новая минорная цивилизация найдена. Хорошемс их звать. Я надеюсь, они в добром здравии, без каких-либо левых движух. Мы можем, в принципе, давайте сейчас посмотрим, найдем их локацию. Господи, что я тут делаю-то? А вот они, здесь они находятся. У них система второго уровня, у нас система третьего уровня. То есть популяция их системы чуть-чуть меньше, чем наши, да? То есть это у нас показывается популяция. Мы можем, в принципе, начать с ними диалог. Блин, почему это... Вот в Стелларисе как-то все удобнее сделано. Это нажимаешь сразу на фракцию, у тебя открывается окно дипломатии. А здесь как-то нужно самому все выискивать, искать, что-то там пытаться. Вот он, кстати, дипломатия. Так, как называется? Это у нас неизвестная фракция, Ух ты, ёптыть! Это вообще другие ребята, они же жесткие, они же людоеды, они же всех жрут, всех подряд. Так, ладно, хорошо. Мы можем единственное, что сделать, только объявить им войну, и все. Больше ничего. Хорошо, смотрим дальше. Неизвестная империя, Плохо, плохо, вот, кстати, еще одна неизвестная империя, мы сейчас ей вот-вот откроем. Через ход. Слушайте, ну что ж, мы можем, в принципе, начать строительство. Смотрите, это у нас... это что такое, сигнал, да, какой-то? Проверить какой-то сигнал, что ли? Да. Отправить туда экспедицию, чтобы посмотреть, что там происходит. Вот так вот. Я знаю английский язык, я же вам говорил, да? Так, ну что ж, ладно. Разберемся. Как я всегда люблю говорить. Ну что у нас там? Кстати, в поздней игре я заметил, ходы чуть-чуть намного медленнее проходят, чем это обычно. Так, мы нашли еще одну планету. Хаск называется. И Гелли. Еще что-то. И еще одна новая бинарная фракция под названием Девианс. Мы можем с ним пообщаться. А общаться не получится, у нас нет влияния соответствующего. Хорошо. Ёптать. Ёптать, ёптать, ёптать. Так, нас атакуют. Нам надо отступить. Ребятки, нас в пиратке атаковали. Нам надо что-то сделать. Отступаем. Так, хорошо, давайте отступаем назад. Ай, ты какой, просто молодец. Здесь сразу кораблик делаем новый. Кстати, что у нас тут с... Я забыл про... Ай, просто по галактике вертел. Где этот планировщик-то? А, вот он. Вот он, вот корабли и планировщик. Давайте мы с вами, дорогие друзья, посмотрим, что мы можем здесь в принципе сделать. То есть это у нас первый дизайн. Давайте можем сказать также, наверное, М1. Я всегда так делаю, это у меня первый дизайн, да? Так, выберите Хул, ну, я имею в виду корпус. Так, мы корпус выбрали. А слушайте, у них прикольные корабли, да? Офигенно просто смотрится, необычные такие. Просто невероятные. Так, делаем первую пушку. Ставим вторую пушку. Что тут у нас еще есть? Нано-репэйр. Гипердвижок. Гипердвижок делать не будем. Они у нас будут как стражи нашей галактики, да? Так, это у нас плант. Дает бонус к броне. Ну и Projectile Defense, да, это у нас типа как защита.
Так, а где, а где щиты? Так, это у нас стандартный сканер. Ну что, да, нанки сюда поставим пока что. Ладно, хрен с ним, да? И гипердвижок сюда. Все, это у нас М1. А, у него получается... Блин, у него кост, конечно, жесткий. А если это убрать? Эй, что я сделал-то, ёптать? Не то я сделал, подождите. М1. Я вышел. Правой кнопкой мыши нажал и вышел. Это просто гребаная жесть. Нам надо сделать так, чтобы это дело не требовало. То есть разные... Так, саппорт модуль. Movement points. Ну давайте гипердвижок поставим. Нет, гипердвижок нам... Убираем, убираем. Короче, вот эти вот разноцветные, они требуют редкие ресурсы. А у нас их пока что нет. Поэтому я не буду делать проекты с этими ресурсами. Давайте лучше поставим рейндж. Ну да, ладно, давайте вот такой вот поставим. Все, М1. М1 создали. Создали новый дизайн под названием М1. Посмотрим, что мы сможем с этим сделать. Ёптать. 9 ходов придется ждать. Ладно, хорошо. Ждем. Там вроде бы еще пиратики есть. Нам надо с ними разобраться. И потом как раз к этому моменту мы с вами наконец-то изучим планету. И мы сможем ее колонизировать. Очень долго ходы проходят, если честно. Очень долго. Хотя маленькая галактика. Вроде бы в прошлой серии как-то быстро... Я имею в виду в прошлой версии. Первой части. С этого... Endless Space. Так, у нас появился новый лут. Да, да, спасибо. Вот такая была бы графика, да, так раз приземлился на какую-то планету и так прям копаешь, что-то делаешь. Эх, может быть, когда-нибудь в 2030 году это дело завезут в игровую индустрию. Так. Слушай, ходи, да, давай побыстрее. Так, мы изучили очередную технологию. Давайте тогда изучим простые технологии. Что у нас тут дает? Академию мы с вами можем изучить. Университеты. Они, кстати, добавляют популярность к нашей столице. Ну и, конечно же, ко всем, собственно говоря, планетам, где они будут находиться, да? Слушай, чувак такой прикольный, да? Так, похож на какого-то стража, непонятно с какой планеты, да? Ну что, ребятки. Как вы тут развиваете? У них уже третья планета. У них. Представьте, ребята, они... А, нет, подождите, это другая. Вот она, минорная одна фракция, да. А здесь у них, в принципе, есть редкий ресурс. И это их столица. У нас, к сожалению, этого редкого ресурса пока что я не замечаю. Едикс. Что-то мы тут нашли. Слушайте, а мне нравится, когда вот так вот камера поворачивается. О, еще одни сафонцы. Маврос. Их звать. У нас почему-то с ними затяжные отношения. Хотя мы вроде бы чики-поки там туда-сюда обратно. Всем приятно, да? Вроде бы одной крови. Похожи, по крайней мере, друг на друга. Так, хорошо. Что тут у нас? 4 хода осталось. И мы с вами, наверное, отправим 2 корабля. А, один корабль. И колониальный корабль тоже еще отправим. Давай, 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 быстро, давай. Игру, конечно, надо дорабатывать. Потому что реально ходы очень медленно проходят. Как-то я думал, блин, пошустрее они могли бы сделать. Ну, в принципе, оптимизация, конечно. Что тут оптимизация? Тут-то игра, в принципе, не такая уж прям требовательная, да? Эх, 4х стратегии. Смотрите, вот этот Стив, это Стив, просто тупо 4 планеты, да? А, ледяная планета. Балдеть, сколько тут ресурсов всяких. Это просто жесть. Тут это получается какая-то научная система. Здесь везде наука хорошая.
А сдавай ход быстрее. Нам надо будет, кстати, на сдачу хода на горячую клавишу поставить не Enter, а пробел. Ну, как, в принципе, во многих стратегиях, да? Так, мы с вами изучили очередную технологию. Так, что-то мы какую-то планету хики какие-то нашли. Давай, 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 ребятки, ребятки. Изучаем технологию. Так, мы с вами это изучили. Академию, да? Мы эту академию, в принципе, можем уже начать строить. А, что касаемо... Да ладно, уже скоро, скоро у нас уже будет новый корабль моего собственного проекта. Корабль называется М1. Сейчас он пойдет и будет выносить всех пиратиков всяких. Кстати, очень страшно, странно. Обычно к этому моменту мне уже пираты начинают выносить. Ну, почему-то... Слушай, а вот это что такое вот это вот? Тор. Вторая планета Тор. Эту планету мы можем колонизировать, да? Да, но у нас... технологий не хватает. Ой, не то. Не то. Так, а здесь... Ну, здесь точно мы эту планету мы точно можем колонизировать. Поэтому... Отправляем вот эти вот два корабля. Давайте первый сначала отправимся, да? 8. А, вот так. Во-во-во-во-во-во. Надо было его просто-напросто выгрузить, да? Двоих сразу отправим сюда. А почему я один только отправляю? Так. Колониальный корабль. Выбираем колонию. Мы можем выбрать эту колонию. Эту планету, либо эту планету нельзя выбрать, да? Так, и... Опа! Оп-оп-оп, плюс 20 империй. О, у нас еще это, да? А, кстати, знаете, какая здесь валюта? Пыль. То есть это не какая-то энергия там, либо не какие-то там деньги. Пыль. Просто тупо пыль. Типа пыль это какая-то валюта, господи, валюта. Вот это вот лучше выберем. Давайте, ребятки. Вот так вот. Теперь у нас есть новая, почти можно сказать, новая планета, да? О, господи, что это такое? Что это за музыка такая интересная? Так, ну что ж, ну, мы ее не полностью еще колонизировали. Нам потребуется сдать пару ходов, чтобы все это дело отработалось, закончилось. Потому что люди еще... Вернее, люди, господи. Ну, мои существа, короче, люди. Еще не полностью закончили. Почему, кстати, людей нет? Это какая-то дискриминация, если честно. Опа, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это кто такие? Так, это какие-то прям... Чуваки интересные, я их не знаю. Нам надо побольше кораблей делать. Ну и строительством, в принципе, можно заняться пока еще. Так, популяция повышается. Здесь у нас, ну правда, содержание за это дело. Что у нас с деньгами там? Плюс 11, да? Нам надо что-то такое, знаете, денежное сделать. Но у нас здесь... Везде идет содержание. Вот, кстати, даст. Короче говоря, вот здесь, в этой игре, имеет смысл как можно больше захватывать разные планеты и разные системы. Не как, например, в Stellaris, а там ты должен держать какой-то баланс, потому что чем больше планет, тем медленнее ты развиваешься в плане науки, да? Ты должен как можно быстрее застроить эти планеты. Так, у нас... нас атакуют. Ну что ж, ладно, давайте все-таки боевку еще раз вам покажу, как это на самом деле выглядит. Мы можем выбрать здесь... мы уже выбрать не можем. Надо было его выбирать перед тем, как начать бой. Ладно, хорошо. Так, где тут у нас... Перекрутить-то? Что такое? Пацаны! А что у меня за этот? Зависло, что ли, что-то? Что это за херня? Я, ребят, не могу ничего сделать. Но я слышу, что там бьются.
Что такое? Фри-камера. Ладно, фри-камера давай. Скан. Что за херня? Блин, боевку хотел бы показать. Не видать, она что-то залагала у меня. А что вы там, выиграл, да? Да, я выиграл. Нормально. Повтор нельзя посмотреть? К сожалению, нельзя. Да, вы видите, пираты какие-то жесткие прям. Да, ребят, пока. Как вам боевка? Нормально? Боевка не так выглядит, по идее. Она, я вам показывал в первой серии. Просто что-то пошло не так у меня. Я, видать, может быть, я что-то нажал не то, может быть, что-то еще. Ну, ладно. Сраный доступ. Бывает. С кем не бывает. Ну что ж, друзья, ладно, давайте на этой ноте, как говорится, позитивно остановимся. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал. Будем, конечно, следить за этим проектом. Пока что здесь, в принципе, так, если посмотреть, снимать, то нечего. Не знаю. Ну, как-то хочется побольше всяких раз, там, туда-сюда. Вот, you have... Что-то, короче, тут какие-то жесткие терки пошли непонятные. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем желаю вам удачи. До скорых встреч.